Если мы говорим себя, что мы демократы, где мы это народ, крат это власть. Народ избирает власть. Поэтому надо провести референдум. Там, где верхи не могут решать что-нибудь, они должны обратиться к народу. Провести этот референдум. Еще скажу пару слов. На третьем съезде Новой Гагаузии Николай Дудоглу, я его очень уважал, как человека, может, и сейчас уважаю, приезжал к нам, но на третьем съезде Новой Гагаузии, вот здесь, в этом здании было 1400 человек. Я тоже здесь был, он предал всех и продал нас на самом дешевом базаре. Его фотография висит у нас, где стадион, в Луканештах, на здании кинотеатра, в русском языку написано, второй государственный, где сегодня этот Николай Дудоглу? Почему они сегодня вот так вот меняют свою, ушел с одной партии, перешел в другую, ушел отсюда, предал нас всех, но он сегодня понял. Я ему лично высказался, он приезжал после этого, конечно, я ему высказался, что я думаю о нем. Я ему в лицо сказал, предал и продал нас на самом дешевом базаре. Сегодня он в Луканештах не пройдет ни в какие башканы. И вообще мы должны сплотиться на выборах, чтобы вытеснить демократическую партию. Партия этого лошадя Пржевальского, Липу, Филата и Гимпу, чтобы они не прошли, вытеснить их. И туда должны прийти новые люди, свежие силы, здравые умы, которые будут думать не европяна, как только включишь телевизор, европяна, европяна, а о наших проблемах никто не говорит. Как страдает народ, никто не говорит. Уже у них прилипло самое, самым умным людям не дают слова. Там нету подхода. Надо открыть общественный канал, чтобы люди могли туда свободно пойти и выступать. Им не дают слова людям, которые для народа хотят сделать добро. Они не умеют работать, плюс еще и другим не дают. Сегодня я вот, например, предлагаю Демократической партии Молдовы переименовать ДПМН. Вы знаете, что такое чмо? Человек, мешающий обществу. А это будет Демократическая партия, мешающая народу. Долой этот, они были, я в сельской местности. Я скажу, был альянс, помните, да? Сейчас у них коалиция. Что такое альянс был, да? Из трех партий они, значит. Три партии, по сельскому я объясню, это три кучки навоза. Сегодня коалиция, это те три кучи вместе, но тоже навоз. По-другому я их не могу назвать. Так что от наших депутатов мы требуем, чтобы они подумали, взвесили, пока не поздно. У нас, например, в Луканештах не надо будет собирать подписи, депутаты наши с нами. Но вот остальные, которые перешли туда, в Демпартию, как сегодня, вообще-то в Луканештке мы собираемся, снимем эту фотографию там этого, который Дудоглу, там... Вот, и же спросим, как, помните, был такой фильм в советское время, как вас теперь называть? Этот фильм снял литовский кинорежиссер Альбертас Лавринчукас. И вот мы спросим его, как вас теперь называть, господин Дудоглу? Спасибо за внимание.